Всем привет! Меня зовут Екатерина. Мой сад находится в Минской области. Это 5-я климатическая зона. Я очень люблю розы и часто об этом говорю. У меня их огромное количество, но последние несколько лет я все-таки немножечко их прореживаю, оставляю более сильные, долго цветущие, устойчивые к заболеваниям. И не представляю себе сад без роз. Вот, например, это первая моя клумба, цветение в ней этим летом я часто вам показывала, например, даже розу, которая за моей спиной, гислин дефилигонт. Это фантастика! Первая волна цветения – это невероятное зрелище, которое отнимает какую-либо речь, хочется только смотреть и восхищаться. И я часто вам показывала много видео про данную розочку. Но помимо открытого грунта, я еще выращиваю розы в горшках. Несколько лет назад я попробовала, мне понравилось, потому что розы в горшках, они хорошо проветриваются, они не болеют, цветут все лето. Но опять-таки только некоторые сорта, об этом я уже говорила. У меня есть подборка видео про розы в горшках, вот как я за ними ухаживаю и так далее, как выращиваю. Я недавно выпустила шортс видео про розу Lovely Fairy. И, друзья, это видео набрало за сутки 10 тысяч просмотров. Значит, эта тема интересна. И там часто звучал такой вопрос, а как эту розу хранить зимой? Где? Как? У вас отапливаемая теплица или нет? И тому подобное. Поэтому хочу в этом видео сделать обзор еще раз своей розы Lovely Fairy, потому что на самом деле роза фантастика. И расскажу и покажу, где же она у меня зимует. Видели? Видели? Зверь спрятался в тенечке за мной. Опять я с этой розочкой. Посмотрите, как она смотрится на фоне зеленой изгороди. Потрясающе, да? Чем мне понравились розы в горшках? Тем, что они мобильны. Их можно транспортировать по саду в любое время, когда вам угодно, где какой уголок вы хотите приукрасить, наполнить яркими красками. Ну, давайте подробнее поговорим об этой розе. Потрясающая, шикарная розочка, моя любимая. Это роза Lovely Fairy, которая выведена в Нидерландах в 90-м году, то есть относительно молодой сорт, но уже полюбившийся нам. Это спот от розы The Fairy. The Fairy имеет такой нежный розовый цвет, она у меня тоже есть. Ее тоже шикарно выращивать в горшках, но это роза Lovely Fairy, которая имеет невероятный розовый неоновый цвет, яркий-яркий, красота неописуемая, конечно. И мне нравится выращивать эту розочку в горшках. Как я уже говорила, что убрала однолетники и решила попробовать выращивать розы. Мне понравилось. И делюсь, конечно, этим опытом с вами. Эта роза у меня также растет в открытом грунте. И она может достигнуть 3 метров в диаметре. Если вы, конечно, сохраняете всю зеленую массу, не обрезаете, то это будет уже на 3-й год. То есть выбирайте вам, что вы хотите видеть в своем саду. Если мы будем ее обрезать, соответственно, уменьшать ее размеры, ее объемы. И эта розочка считается самоочищающейся. То есть она отцветает, цветочек бледнеет, высыхает, дальше высыхает ножка и обламывается. Я обрезаю в горшке, потому что мне нужны такие более компактные размеры. Поэтому я обрезаю. Этой розе, вот этой, которую вы сейчас видите, друзья, всего лишь первое лето, первый год, то есть небольшим саженцем она посажена в этот горшок, и посмотрите, как наросла, цветет и цветет. Сегодня сентябрь, первая декада, и посмотрите, кто еще так может радоваться, это потрясающе. Поэтому, друзья, вот такая роза, решила еще раз вам ее показать, супер, вот с какой стороны ее не поверни,
с любой молодец. Ну, сейчас покажу вам еще одну розочку, которая тоже стоит, украшает мою террасу. И пойдем дальше. Друзья, еще одна роза, которая мне понравилась, как ведет себя в горшке, это розочка крылья ангела. Вы только посмотрите на вот эту мощь. Нежнейшие цветы, вот они какие, так, вроде бы при распуске имеют розовый немножечко оттенок, потом белеют, видна сердцевинка, желтые тычинки, и они такие нежные, воздушные, легкие. Вот в аналогичном горшке 8 литров, посажено было небольшим саженцем, посмотрите, ну красота, нежность фантастическая, и здесь, видите, не прекращается ее цветение, соответственно, она снова и снова гонит новые бутончики, вот они. Здесь вот что-то, видите, как она тоже самоочищающаяся. Так, вот я вам покажу, вот такие ножки, аналогично и у розы Lovely Fairy, то есть высыхает цветочек, осыпается, дальше подсыхает ножка и она опадает, то есть можно, в принципе, их даже не обрезать. Вот. Кого не стесняют вот такие вот шапочки, отцветшие головки. Можно обрезать, можно не обрезать, если у вас мало времени. Но цвести, несмотря на все это, она будет все лето, без остановки. Вот такая розочка, молодец. Это роза Heavenly Pink. В горшке у меня подрастает. И смотрите, вы видите мою поликарбонатную теплицу. Я даже вот так вам сейчас ее покажу с угла, чтобы не цеплять там все дома соседские. Смотрите, вы видите где-нибудь трубу от печки или тому подобное. Это говорит о том, что у меня самая обыкновенная теплица из поликарбоната, то есть она не отапливается. Но там температура на порядок выше, чем на улице. Если, допустим, розы оставлять в горшках на улице, потому что пусть и появляется солнышко, пусть оно и редкое, но теплица нагревается на пару градусов, там затишное такое место от ветров, от ледяных дождей и тому подобное. Я ставлю вот таким образом свои горшки в теплицу на землю. Я сейчас туда не захожу, потому что там у меня маленькие растения подрастают, не хочу лишний раз их тревожить. Мои розы в горшках стоят на земле. Я не прикапываю их в грунт, не вынимаю из горшков и тому подобное. Я ставлю их в горшках на грунт. На грунте намного теплее зимовать. Вот такими розы отправляются у меня в поликарбонатную теплицу. Подчеркиваю, неотапливаемую. И только ставим на землю, вот прямо с горшком, вот эту розочку берем, и эту с горшочком ставим на землю, ни на какую дощатую поверхность, тем более не на бетонную, и не на полке на возвышенности. Так роза точно плохо перезимует. И промерзает ли ее земляной ком? Да, промерзает, ровно так же, как и в открытом грунте. Какие у нас бывают минусовые температуры? Ну, друзья, последние 5 лет у нас опускается температура где-то до минус 25, и то краткосрочно. Если вдруг температура там обещают по прогнозам погоды, опустят до минус 30 и будет держаться несколько дней, то в таком случае я беру белый спанбонд и дополнительно укрываю свои розы, захожу в теплицу и просто наверх накидываю. Ничего лишнего, сложного. Когда минуют такие минусовые температуры, я до минус 10, то я прихожу, убираю спанбонд, так как все-таки розочкам лучше дышать. Так они лучше будут зимовать. Ну и обрезаю ли я их перед тем, как занести в теплицу? Нет, не обрезаю, это делаю лишь весной. Смотрю на розочки, делаю такую корректирующую какую-то обрезку, косметическую, то есть убираю где-то поломанную веточку, где-то сухую, где-то подмерзшую, но опять-таки вот эти почвопокровные розы, палеантовые, лучше обрезать наполовину. Тогда они будут равномерно формировать свой кустик и будут более пышными.
Что еще хотела я сказать, какие были вопросы, когда их уже пора относить в теплицу? Ну, смотрите, я делаю это тогда, когда у нас сильно похолодало и температура близится к нулю. У роз уже останавливаются все ростовые процессы, и она тихенько готовится к зимней спячке. Вот в этот период я постепенно, поэтапно заношу все, ставлю туда. А вот уже выношу с теплицы, друзья, в первых числах мая. И уже цветущими. Обязательно пару цветочков на какой-то из розочек, да, есть. Вот и все, такой несложный уход и зимовка несложная. Теплицу можно заменить на какой-то подвал, но ни в коем случае не в домашних условиях, в комнатных не храним розу, потому что там сухой воздух, роза будет болеть, на нее будут садиться различные вредители, и роза замучается, и вас замучает. Поэтому лучше в какое-то прохладное помещение. Можно даже темное, как подвал. И розочка перезимует отлично. Все очень просто. Друзья, всем желаю хорошего дня, отличного настроения и до встречи!